Среди слабого пола нет привычки сказать, значит, так, дорогой друг, значит, мне нужно внимание. Оно вот такое, 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 такое. Значит, тебе какое внимание нужно? Вот такое, 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 я тебе даю, это покормил, а то все, 50. Будь любезен, проявить внимание и ответ. Нет, женщины ждут, что мужчина догадается, какое внимание, что ей нужно внимание и какое внимание ей нужно. И еще более того, найдет в себе, значит, после того, как видит ее обиженную, недовольную, раздраженную и так далее, внутреннюю мотивацию на то, чтобы это внимание оказывать. И здесь очень важно, конечно, чтобы мы относились к человеку, с которым строим жизнь, как к человеку, да, у которого есть огромный пул потребностей.